Вырашать проблемы разом жыхары трех садоводницких товариств и вёски Плёсы Гомельского района собрали сродки на добраўпарадкаванне дороги. У свою чергу специалисты дорожно-ремонтного будовничного управления номер 113 провели все необходимые работы за кошт предприемства. Причем у выходные дни, что дозволило не порушать запланированный график работы на інших объектах. Наши корреспонденты с подробязностями. Дорога на Плёсы у дачнікаў вяскоўцаў некалькі гадоў выклікала однозначное меркаванне – дрэннае. Хоць по великим рахунку паўнацэннай дороги гэты участок даўжынёй каля 1,5 км николі не быў. Шматлікія ямки, абмежаваная бачнасць за постоянного пылу. По гэтай причине сюды у парта не жадалі ехаць ні дзяржаўныя аўтобусы, ні прыватныя маршрутки. Рамонт, казалі, ніякія доходы компенсаваць не могуць, а дайсці пешу на дачу ці ў вёску было сапраўдным выпрабаваннем. Приходилось ходить от старой Волотовы, и вот до этого, это сколько тут примерно, 3 км больше по пыли, по ямам, в дождь не пройти, надо сапоги резиновые. Ну, в общем, короче, очень было некомфортно ходить. Ездим машины, ну, транспорт тоже ходил редко, подъехать невозможно. Ну, очень было плохо. За инициативой добраўпарадкавання дороги выступили члены одного из садоводницких кооперативов, которых поддержали другие дачники и вяскоўцы. Спочатку вырашили собрать по 50 рублей. Потом, когда зразумели, что этих сродков не хопить, сумму повеличили. Набытого асфальта гранулята хапило, каб добраўпарадкавать каля 1 км 300 м дороги. Причем все работы за уласный кошт провело дорожно-ремонтное будовничное управление номер 113. Працевали у выходные дни, что дозволило не порушать запланаваный график работы на інших объектах. Правда, дать гарантии того, что такая дорога прослужить долго, не может никто. Урэшце, у ее основе асфальт, який подчас ремонту был сняты из інших участков и отповедным чином перепрацаваным. У сувязи с гэтым теперь люди плануют звернуться у облвыканкам с просьбой заасфальтовать дорогу. У таким выпадку яна стане надейной. 30 сентября мы записались к заместителю губернатора на прием. И будем поднимать там этот вопрос. Алексей Тюро, Марина Северьянова, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель», Гомельский район.